the right way for change. June is having problems with the message at the local Belvedere. Гаранжи в Варшавах скважин, спальный район, гоноры, детский тон. Усвоив урок, он понял, что этот мир огромный детский дом. Заставь их очутиться в твоей шкуре. Заберись. Снимай. Бля, не сначала начал. Мусора уже едут! Друг, уже! Ты что, боец сильный, да? Не, ну ты боец! Боец? Он боец! Да дело не в этом! Да тебя сейчас закрепят, уже сиди, жди! Жди! Вы все сняли! Вызываем мусоров, все сняли! На подъедение. Они наверное сняли, но у меня тут нет ДТП. Видите, пожалуйста, у меня наступает. Бля, да надо его метелить сразу, козла было, бля. Поверни направо. Куда останавливаться? Через 1,4 километра. Не бу-бу-бу, а давай по-нормальному. Можно, пожалуйста, ваше водительское посвящение? Нельзя. Предъявить, пожалуйста. Дальше ты забыл что-то сказать еще. Я представился, молодший сержант Дороговый. Причина остановочки. Дальше поехали, все по процедуре. Вызывание в Александровского района. Ты что, хирург, что ли? Ну, спекутайся, пожалуйста, нормально. А? Спекутайся нормально. Хирург? Скальпель есть? Працівник міліції. Який ти працівник міліції? Я представився. Представтесь, причина остановки, суть совершенного правонарушения. Я говорю, відпрацювання Олександрівського району. В чому воно заключається? В чому заключається? Да. Хороша автостоянка. Почему останавливаете транспортные средства с нарушением правил дорожного движения? Почему вы остановили контейнеровоз на перекрестке? Иди сюда, я тебя не отпускал еще. Я не отпускал тебя, сержант, блядь. Через 1 километр.